Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы будем делать уловистую мормышку. Видите, мы взяли обычную бельевую прищепку и заливать. Небольшой крючок взяли. Заливать можно в обычную просто прищепку. Так, установили наш крючок. Установили нашу булавку. Все. Все, здесь раскаляем свинец и сейчас будем заливать нашу мормышку. И аккуратно заливаем. Вот такая вот красота, видите, получилась. Давайте попробуем разжать. И получилась вот такая мормышка. Сам крючок очень маленький, нагруз достаточно большой, но вы на это не смотрите. Груз тоже пригодится. Эта мормышка будет для сильного течения. Например, где сильное течение, чтобы чувствовать дно. От этого крючок-то в любом случае маленький. Видите, крохотный. И такая вот идеальная мормышка. Можно и поменьше сделать, можно откусить, может там в пол прищепки что-то установить, какой-то, например, фольгу. Вот такая вот красота получилась. Здесь что мы делаем? Можно, вот тут отверстие, все видно, просвечивает. Тут можно установить, ну давайте пару бисеров установим. Установили пару бисеров и маленький кембрик продеваем. Все. И все это дело сейчас мы проклеим. Все. Ждем, пока это все дело просохнет. И вот наша мормышечка готова. Вот такая вот классная мормышка своими руками. Заливать можно вот прямо в прищепку. Ну и так, а на сегодня все. Всем пока, дорогие друзья.